Прасковья Алексеевна убирается. Ой, а вы к кому? Тихо, тихо. Мы вашего соседа брать будем. Это Ваську, что ли? Так его давно взяли уже. Кто? Телевизор нужно смотреть. Мой мальчик. Давайте представим, что это не сцена, а личная площадка одного из наших типовых домов. Вот здесь вот дверь, в квартире она, на личной площадке он. Кто там? Я! Я! Я дома, ты кто? Ну, здрасте, я ваш тетя, открывай! Тетя, а почему голос мужской? Ну, значит, дядя. Дядя, а у меня нет дяди. Ну ты даешь, ты что, муж не узнал, а? Чьего мужа? Своего. А у меня нет мужа. О, а если дверь откроешь, то будет. Ты что, Мелеша, ну пошел отсюда. Ну, мать, ты даешь, а? Сына домой не пускаешь, а? Какого сына? У меня только дочь. О, а я и есть сын твоей дочери. Моя дочь только что пошла в первый класс. О, вот я смотрю, а она и идет. Увидела меня, говорит, дяденька, зайдите к моей маме, у нее протечка. Слесарь я, слесарь. Могла бы догадаться по запаху. Ну, допустим, ты слесарь. Только я слесарь не вызывала. Ай, ты не вызывал, соседи твои вызывали. Ты же их затопила. Слушай, как ты их затопила, а? Вот по самые гланды. А каким же ты соседи затопила, а? А те, которые снизу. А я же на первом этаже живу. О, а я им и говорю, как такая чудная женщина могла вас затопить, а? Когда она на первом этаже, вы на четвертом и в другом доме. Вот, хозяйка, иди сама разберись с ними. Да, что ты должна с ними разбираться, если я их не затапливала? И потом, как ты оставлю квартиру без присмотра? Слушай, ты не волнуйся. Я и присмотрю, а? Я ж профессиональный сторож. Слушай, я сторож в законе. Я всю жизнь на стрёме стою. Открывай. Ага, сейчас вот хлеб-соль возьму и добро пожаловать каждому встречному поперечному. А потом ходи по следователям. Зачем ходить? Ну зачем ходить? Я ж здесь, гражданочка. Я как следователь 113 статьи пункт Б прим. Честно тебе скажу, какой вор к тебе полезет? Ты ж бедная. Чё-то я бедная-то. А у тебя вон даже глазка в двери нет, а? Есть. Просто некогда вставить. Открой дверь. Открой, я тебе вставлю, а? Что вставишь? Глазок. Я окулист. Шутник. Могу поставить фонарь под глаз. Я электрик. Обойдусь. Ну, хорошо. Давай я с тебя с глаз сниму. Я ж колдун. Колдун. Третьего колена, второй лодыжки, третьей щиколотки. Открывай дверь. Я в твою карму НР и накачаю. Нет уж, спасибо. Я ученая. Ах ты, ученая. А ты, я ж поэтому и пришел. Я ж тебе Нобелевскую премию принес. За август. А мне чужих денег не надо. Свои. О! Так у тебя что дома? День, что ли, есть, а? Есть, есть, не волнуйся. Ой, 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 как же не волноваться-то? Ну, как не волноваться-то? Ну, воры ж залезут, найдут, а? Меня не найдут. Открывай дверь, проверим. Слушай, а тебя помереть можно? Гражданочка, вам что, плохо, да? Скорая помощь приехала. Давайте, открывайте дверь. Быстро, быстро, носилки в квартиру, сприт в женщину, мебель в самосвал. Уходи отсюда, ты сейчас милицию вызову. А мы уже здесь. Гражданочка, разрешите представиться. Старший мусор района Пистонов. Посмотри в замочную скважину на мое удостоверение, а? Ой, это же ширинка. Маньячка. Ой, откуда у мента ширинка? Это кобура на молнии. Расстегнуть, показать пистолет, а? Ну, хорошо, не открывай, мы поехали. Орел, 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 я дятел. Курицу не поймали, остались без яиц. Ой, ну ты меня уже замучил, дятел. Гражданочка, с кем это вы тут разговариваете? Вот здесь, на лестничной площадке, никого нет, кроме меня. Слушай, может, мне с тобой еще в ЗАГС сходить, расписаться, а?
Ну да, наконец-то. Догадалась, сама догадалась, да? Я ж вас любил. Любовь еще быть может. Врешь. В душе моей угасла не совсем. Врешь. Неужели это со мной случилось? Неужели меня тоже полюбили, а? Полюбили. Ой, полюбили. Я думал, ты мне дверь откроешь. Скажешь, заходи, любимый. Заходи, любимый. О, поверила, открыла. Ой, ай, да я тебя такую красавицу. Да на руках, да по всей квартире буду таскать. Пока ты не скажешь, где деньги лежат. А вы не поняли, как нас мужики дурят? Но мы же посмотрим, чья возьмет. Вперед, любимый.